Вот такую картину можно сегодня наблюдать на многих остановках, но это вовсе не работа вандалов. В рамках программы губернатора дороги Подмосковья на территории Московской области происходит замена остановочных павильонов. На территории Ленинского муниципального района будут заменены 65 остановочных павильонов на территории городского поселения «Видное». История начинается с того, что старые остановочные павильоны демонтируются, поэтому во время дождя жители будут испытывать некоторый дискомфорт. Утилизацией павильонов займется компания «Дорсервис». Вот так будут выглядеть новые остановочные пункты. Максимум воздуха и защиты от жаркого солнца и непогоды. Многие старые остановочные павильоны сделаны из хрупкого пластика. Новые будут полностью антивандальные. Достаточно сказать, что материал, из которого будут сделаны стены, используется при производстве бронированных автомобилей и полицейских щитов. География работ довольно обширна и касается муниципальных дорог. На 20 остановочных павильонах начаты работы. Это улица Заводская, Белокаменная, Олимпийская, проспект Ленинского комсомола, Расторгуйская часть города Видное. Впоследствии, как бы все 65 павильонов на территории всего городского поселения Видное будут заменены на новые. Планируется, что ожидание общественного транспорта будет не столь томительным. В темное время суток на остановках будет работать свет. Кроме того, сюда проведут Wi-Fi. Изображение новых остановочных павильонов мы показали жителям города. В целом понравилось. Мне очень нравится. Прекрасный вид, широкая скамейка, прозрачная. Как вам дизайн, внешний вид? Вполне устраивает. Защита от ветра есть. Нормально вполне. Это ничего, это хорошо, это неплохо. Это лучше, чем есть. Логично. А как вам то, что здесь будет Wi-Fi и освещение? Ну, это же вообще прекрасно. Почти одновременная замена 65 остановочных павильонов – дело непростое. Но неудобства жителям терпеть недолго. Работы планируется проводить в два этапа. В первый этап входит устройство посадочной площадки и, собственно говоря, установка нового остановочного павильона, отвечающего требованиям нового городского стандарта. Первый этап планируем завершить в ноябре текущего года. Вторым этапом предусмотрено устройство освещения и подключение Wi-Fi на всех остановочных павильонах, всех 65. Таким образом, зиму мы встретим уже с новыми остановками. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.